6 человек погибли и один получил различные травмы в результате ДТП, которое произошло сегодня утром в Майкудуке. 24-летний водитель БМВ, безработный житель Жанаркинского района, двигаясь со стороны микрорайона Голубые пруды в направлении Майкудука, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с прицепом КамАЗа. Таким образом, водитель легковушки пытался сократить путь на развилке близ кафе «Акация». Чтобы автомобиль не запечатлели камеры видеонаблюдения, парень выключил фары. В этот момент на дороге разворачивался КамАЗ. Отметим, что в БМВ находились сразу 7 человек. 5 из них, в том числе и водитель, погибли на месте. Еще 2, мужчина и женщина, госпитализированы в областной медицинский центр. Сейчас его состояние стабильное, оценивается как ближе к средней степени тяжести. Стабильное состояние. И что за травма? У него черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом черепа, плюс вывих плеча. Больное сознание? Сознание. Единственное, он не помнит обстоятельства травмы, что случилось. С его слов, он был на заднем сиденье, спал в момент травмы. Что произошло? Женщину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что она скончалась. Находились ли они в алкогольном опьянении, покажет экспертиза. Между тем, подробности ДТП выясняет полиция. Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по статье 296, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится расследование. Ирина Камышова, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский.